Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вывести закупку товаров самолетостроительной отрасли из сферы действия закона о государственных закупках. Это решение поддержали 320 депутатов. Разработанный Богуслаевым и Сухим законопроект позволит предприятиям сферы авиастроения проводить закупку комплектующих без тендера. Это обеспечит существенную экономию времени. Специфика самолетостроения предусматривает длительное время для создания техники, а согласование по закону о закупках эти процедуры еще больше растянет. Поэтому этот законопроект, который мы писали совместно с Вячеславом Александровичем Богуслаевым, был с пониманием встречен в сессионном зале. Я вам скажу, это небывалое решение, когда 320 голосов оппозиции и владные депутаты в едином порыве поддержали этот законопроект за основу и в целом сразу. Поэтому он вступает в действие немедленно, как только его подпишет президент Украины.